Церковно-приходская школа открылась в Усть-Нере Аймеконского района. Пока здесь меньше 10 воспитанников, но в храме Успения Пресвятой Богородицы, при которой действует школа, просят немного подождать. С подробностями Светлана Поцелуева. Каждый день у протоиерея Феодора Никитюка начинается одинаково. А с сентября этого года забот прибавилось. Открылась церковно-приходская школа. Был большой праздник с приглашением именитых гостей. И пусть пока учеников в новой школе не так много, батюшку это не смущает. Он старается найти точки соприкосновения с общеобразовательными и музыкальными школами, центром помощи детям. Считает, что дети должны не только иметь знания в определенных областях нашей жизни, но они должны знать о Боге, о цели жизни, о предназначении человека. И мы хотели бы здесь, в этой церковной приходской школе, детей учить этому самому главному. В ближайшее время при школе откроется библиотека. Уже формируется фонд. Ведь мое служение – нести Слово Божье, нести свет, надолго. Доброту. Вот сколько хватит сил, здоровья. Светлана Пцулова, Павел Комин, НВК Саха, Усть-Нера.